И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. И это новый сезон, новый сервер и, так сказать, новая жизнь. Сервер называется... Не сюда зашел. Сервер называется Savage Commons Alive. IP сервера было на стриме. Я не знаю, находит ли это сервер нормально по поисковику или нет. Вроде бы спрашивал, так что-то и не ответили. Вроде бы, хотя, может, я просто не заглянул туда. В общем, посмотрите последний стрим, и там IP в описании есть. Вот. В общем, на стриме мы здесь начали развиваться и так далее. Ну, а сейчас здесь полный обздец. Сраного туча ресурсов, делать нечего, да. То есть, если посмотреть вот этих жучков, офигеть, сраного веса, да? Вот, они добывают каждое свое, сраного всего, в общем, просто тупо стоят обелиски, добывают ресурс, к примеру, давайте я сейчас вот, а что убирать-то? То есть, и так, понятное дело, что здесь будет напоявляться, то есть, есть брал ресурсы, они по новой появляются, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Скучно. Конечно, скучно. Но, я еще на стриме говорил то, что я буду переезжать. Единственное, только я взял full set, оставил те, если не ошибаюсь, мне давали броньку и перчатки, да? Да, броньку и перчатки мне давали. Подарили на стриме. Я именно их и оставил. А все остальное я тут нашел. Да, там есть броня помощнее, там что-то 6000 броня. Ну, я решил уже, что вот, вот подарили их, значит, вот с ними буду бегать, короче. Вот. Если сейчас выйду на улицу, это просто обздень. Здесь стоят и цветные всякие динозавры, и здесь стоят уже золотые вот эти Prime Виверны стоят, здесь уже где там Speed Dragon, короче. В общем, здесь сраного все. А, вот еще компарь какой-то, компик. Но, конечно же, есть одно прекрасное но. А, Трайк, которого я томил. Дер, которого томили. То есть в самом начале все вот это вот. Они также остались, они также живы. Здесь у меня моська. Моя моська. Вот. Так, ну-ка, жучки, пропустите меня, пропустите, пропустите. Вот, и мой неудачный воришка, конечно же, мой неудачный воришка. Я ему вкачал вес, чтобы его можно было так, опаньки, взять и все, загрузить, взять и все. Вот, ну, понятное дело, я загружать его не буду, как бы смысла нету, у меня веса почти 1000 благодаря вот этой штуке. Ну, а так даже... Даже так, 500 кг веса, это дофигища. Вот, ладно. Побуду с ней. Пускай бегает. Вот, в общем, как я и говорил, я буду переезжать. Но я хочу переехать на остров. Отдельный чисто остров, построиться там и так далее. Я просто... зайдя на сервер, я встретил такое приключение. Вот этот элементальный дракон. Администратор пишет, нашли, короче, Ксенгерс, нашли, типа, вашего дракона. Окей. Ну, спрашиваю, где, ищу, не нахожу. Оказывается, он находится по координатам, вроде бы, 40-35, в общем, в воде, практически под островом летающим был. Вот. Зову его, он не взлетает, что за фигня, кое-как к нему подлетаю, благо да, этот дракон может зависать в воздухе, кое-как к нему подлетаю, слазю, проверяю, опаньки, оказывается, он просто оглушенный, отлично. Спрашиваю на сервере, как снять оглушение, мне подсказывают нужные бутыли, короче, все нормально, я его прилетаю, снимаю торпор с него и привожу его на базу. Все, вот такое у меня приключение появилось в самом начале, и это было прикольно даже. Вот, ну, а в целом я полетел смотреть островочек. Так сказать, это будет вступительная серия, я здесь вам... Так сказать, буду втирать, что я буду делать. Шучу, конечно. Но оно только есть. В общем, буду рассказывать что-то, когда, где. Блин, не, конечно, мне вот этот дракон напоминает лазуритного дракона из Героя Меча и Магии 3. И это офигенно. Он реально
Он реально лазуритный дракон. Ну да ладно. В общем, хотел я построиться сначала здесь. Там вот есть островочек маленький, все о нем прекрасно знают. Но здесь, как видите, уже построились. И построились уже очень давно. Что означает, мне здесь ловить нечего. Вот, и как бы прискорбно, печально, но я не стал, решил не унывать, думаю, поищу какой-нибудь островочек еще. Сейчас вместе с вами будем искать. Вот, ну и немножечко расскажу, что-то как будет. Я хочу построить себе остров. Остров будет хорошо защищенный от PvP. Так как сервер PvP, остров будет хорошо защищенный, и я буду всячески стараться всех убить. В том плане, что все, кто к моему острову будет прилетать, я буду их убивать. Исключение только альянс. Со мной можно будет заключить альянс без проблем. Подписчик, просто доброжелатель, альянс можно заключить. Я не знаю, сколько максимальный альянс, так что, как бы, народ, не серчайте, но, как бы, я буду заключать альянсы без проблем. Что еще? Да, это, кстати, совпало. Так, я не знаю, у меня так получилось. Я даже не специально, так сказать, хотел. Но получилось так, что это сотый выпуск по арку. И это новый сезон. Новый сезон, сотый выпуск по арку. Это прикольно. Я, честно, этого не ожидал. И как бы к этому не стремился. Вот, но так получилось. А, сегодня я что-то решил окунуться в старые дебри, так сказать. А, все, край карты. В старые дебри и посмотреть, а что же было в прошлом году. Какое было поздравление, сколько было подписчиков, может быть, я сказал или нет. Просто я сегодня заметил, у меня практически 2000 подписчиков. Спасибо вам огромное. Это просто офигенно. Не ожидал, что будет именно так. 2017 год, 2017 подписчиков, я думаю, будет. Так, этот островок, я думаю, тоже занятый, да? Да, тоже занятый. Так, 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 тихо-тихо. На всякий случай не будем подлетать туда. Потому что, как бы, боюсь, бомбанут меня. Вот, и да, я все еще так же болею. Ну, как болею? У меня очень сильно заложенный нос. Я думаю, по говору вы это слышите. Но это фигня. Это все пройдет. Как это красиво это выглядит, черт побери. Да уж, на камне селится, это еще тот отстой. Вот. Посмотрел, и я понял. Черт побери, то говно, которое я снимал, это реально такое гадость. Реально, я, оказывается, снял такую гадость беспонтовую. И по сравнению с тем, что я снимал в прошлом году, я под поздравлением обязательно оставлю ссылку. Обязательно сделаю аннотацию на... Йо, просто динозавра. Обязательно оставлю аннотацию на поздравление за прошлый год. И знаете, это поздравление можно каждый год... оно будет каждый год актуально. Я, знаете, я даже сам расстроился от этого поздравления, черт побери. Вы посчитаете меня идиотом, но реально, оно настолько кайфово сделано, что и от души, что, блин, это было здорово, это офигеть. Я его пересмотрел, я вспомнил, вот это вот, когда я стал досматривать до конца. Я не просто летаю, я ищу себе остров, просто, народ, не думайте. Вот. Вот, просто решил заодно с вами пообщаться. Просто Speed Dragon, это просто кайф, он летает, он вообще быстрый, да это кайф. Вот. Боюсь, все острова нормально заняты. Ну, кроме там, где спинозавры были, если что, я, наверное, туда, либо здесь какой-нибудь из островков займу. А может, архипелаг островов сделаю и как бы пару островков займу с собою. Вот. В общем. Поздравление было настолько кайфовое, это просто кайф, там единственное, что не подходит под этот год, это то, что я сказал в следующем году, в 2017, и знаете, я счастлив, то, что я сам себе пожелал, сбылось, я очень рассчитываю на то, что я пожелал всем тем, кто смотрел то видео, у них тоже все это сбылось.
Я, честно, я расстроился. Да, вот такой вот я сентиментальный, с одной стороны, а с другой стороны, это настолько классное было поздравление, что мне оно понравилось. Очень сильно понравилось. Вот. Ну, как говорится, поздравления поздравлениями. Вот, а, кстати, еще хотел вас поблагодарить, это просто огромно. Я вчера зашел, кстати, я настроил стримчанский, вчера настраивал стрим, отдыхал, настраивал, выздоравливал, поэтому я, собственно, снимаю видео в не сильно в запас, вот, но я настроил стрим, я настроил чат. На стриме теперь будет, чат на стриме должен быть. Много чего настроил, по идее должно быть получше сейчас визуальное оформление, надеюсь, понравится. Я там сильно ничего не менял, шрифты поменял, а иконку на донату я поменял, сделал поприкольнее, сделал дракончика, но мы все-таки в арку играем. Прикольного дракончика сделал. Вот, кстати, я хотел, задумывался о том, чтобы здесь веселиться. Но здесь была большая обезьяна. Я решил, что это плохая идея, короче. Но я что-то эту обезьяну не вижу. Так что, блин, ну, здесь как-то уныло, здесь как-то серо. Но это уже крайний вариант. Вот, в общем... Так, куда лечем, туда лечем. Вот, сделал оформление для стрима, так что следующий стрим уже будет с новым оформлением. Вы увидите чат, вы будете видеть свои сообщения. И я надеюсь, вам это все понравится. По ходу дела будем все редактировать, менять, но я надеюсь, вам понравится. Вот, как говорится, для вас стараюсь. Еще я очень сильно удивился, когда зашел в свою партнерку на ютубе и увидел там просто, мне пишут: вы, типа, заработали 4 бакса. Я такой, о, 6 баксов. Такой, че? И, честно, это я офигеть как удивился. Потому что до этого было всегда там 0,65, там, и так далее. То есть там даже доллара не было в месяц. А тут 6,5 почти баксов, 6,43. Я такой, че? Я посчитал по-быстрому, смотрю, такой, твою мать, это просто кайф. И это не просто так. Это я понял, что чисто только благодаря вам. То, что вы смотрите мои видео, то, что вы комментируете, то, что вы ставите лайки, и все благодаря, точнее, все это благодаря только лишь вам. Это офигенно. Кстати, я помню, я здесь летал, пытался долететь до края, пытался долететь, точнее, до тех островков, долетал до края, и вот так вот, бэм, уперся, и лечу, думаю, че за фигня, почему я не могу лететь? А ну, смотри, так, а я летел еще без ускорения, как бы, а без ускорения он летит что так. Думаю, че за фигня, поворачиваюсь, ну, на альте поворачиваюсь, смотрю, а я не двигаюсь, да ну нафиг. Вот, и обидная, короче, была в итоге. О, кстати, пойдемте глянем. Там на моем месте кто-нибудь построился, нет? Неинтересно. Вот, в общем, огромное вам спасибо. Я не ожидал, что будет настолько отдача от Ютуба благодаря вашим комментариям, лайкам. Это офигеть. У меня даже в комментариях, точнее, ВКонтакте спрашивали. Типа, через сколько... со скольки лайков уходит... серия. Я сначала думал, что за фигня, какие лайки, чё, в чём прикол. Ну, он тебе пишет, там, с 50 лайков, там, ну, типа, после 50 лайков выходит, выходит серия. Я говорю, да нет, чё, я каждый день их выпускаю, как бы, нормально. Ну, прикиньте, не занято. Блин, а может мне здесь? Такая замануха. Я, наверное, построю все-таки это так же опять здесь. Ну, блин, у меня это кайфовое место. Вот говорите, что хотите. Но мне нравится это место. А учитывая, какие тут драконы будут, черт побери, мне странно, вот тучу места надо. И... все сдохли нафиг. Ой, Аргентавис, уйди отсюда. Да уйди, ты говорил отсюда. Вот. Блин, я, наверное, здесь буду строиться. Ребят, говорите, что хотите, но я, как вариант, буду строиться здесь. Я вот так огорожусь прям сильно. Огорожусь, построю здесь пристань, построю здесь... В центре построю маяк. Да, в центре именно построю маяк, чтобы он красиво так стоял прям по центру. Тот маяк сломался, я думаю, он сломался просто из-за того, что у него здоровья мало было. Это нормально.
Почему мне нравится это место? Ну, оно красивое, черт побери, оно красивое. Единственный минус в этом месте, ну, здесь нельзя играть с тенями. Или с тенями. С тенями. Тенями. В общем, тени здесь ставить нельзя в игре, если играешь в этом месте. Сейчас я вам покажу. Так. Тени ставим. Средние тени местности. Средние. И это днем, черт побери! Днем! Понимаете, да? Это фигово. Ох, народ, вы бы знали, как мы же снос заложены. Ну, это фигня, это не проблема. Я лечусь. И не только народными средствами. Спасибо вам огромное. Тоша. Тошка. Спасибо тебе огромное. В общем, он знает. Ухо, он знает. Ну и все, кто был на стриме, тоже знают. В общем, наверное, да, я буду также здесь селиться. Сделаю огромное ограждение. Я еще спрошу у администратора, можно ли мне полностью все озеро забаррикадировать. Именно в том плане, что я хочу, чтобы озеро было нетронутым. Просто, чтобы его не застраивали, ничего не делали. Я единственное, что хочу, это здесь где-нибудь в центре. Да, это здесь ресурсы, я знаю. Поэтому я хочу узнать у администратора, можно ли здесь построить мне в центре маяк. Так как, учитывая, что люди, даже те, кто играет по 1000 часов, там несколько тысяч часов, они не знают об этом месте на карте с центр и не знают, что здесь сраного туча жемчуга. Вот, поэтому как бы сюда и мало кто летает, и плавает, и бегает. Вот, поэтому я как бы спрошу, можно ли мне здесь построить маяк в центре и оградить. Оградить именно таким маленьким заборчиком, так и сильно незаметным. Я придумал потом, что будет за заборчик. Чтобы эту красоту не засрали. Вот, как вариант, можно еще здесь попробовать сделать какой-нибудь типа моста красивого. Ребят, если будете строиться здесь... Если будете строиться здесь, то, пожалуйста, делайте, чтобы было красиво. Не просто какое-нибудь говно. Я хочу, чтобы этот сезон был красивым. Я не против. Стройтесь рядом. Стройтесь недалеко. Только, пожалуйста, играйте. Если вы пришли на сервер, не как на предыдущем сервере. Если вы пришли на сервер, то, пожалуйста, играйте. Если вы уходите с сервера, то, пожалуйста, напишите администратору, чтобы они убрали всех ваших динозавров и так далее, и постройки, чтобы они не нагружали сервер. Вот. Да, наверное, я, короче, лучше места не найду, кроме как своего любимого места. Да, хотел на острове построиться. Да, не спорю, остров было бы классно настроить, остров и так далее. Возможно, если есть такая возможность, я что-то в правилах такое сильно-то и не помню, не замечал. Но если есть такая возможность, то я построю вторую базу где-нибудь на острове и сделаю красиво. Я хочу, чтобы было красиво. Но это банально. Здесь такой офигенный мод. Пристани, корабли, маяки. Да это просто долбанный мод, добавляет столько артистизма в эту сраную игру, что просто улыбка на лице не спадает. Последний мой стрим, я думаю... Те, кто смотрел мой стрим, те знают, какая у меня была реакция на все эти маяки, пристани и так далее. Я кайфовал. По-другому это не назвать. Вот, поэтому я хочу именно так построиться. Поэтому из этого трайба я выйду. Я создам новый трайб, всех драконов, всех этих я все оставлю. Единственное, кого я заберу себе, это своих дино. Ну, тех, кого я томил. Или мы томили на стриме, я имею в виду. То, что Птер, Моська, Трайк, это для добычи ресурсов, понятное дело. Для полета добычи ресурсов, Моська просто потому, что это Моська. Ну и где-то мой неудачный воришка у меня на спине. Вот, и собственно его тоже. Я забираю. Да, я конечно, у меня... Не было брони, типа фулл брони и так далее, но ну, это же реально будет намного легче выживать, если я не буду заморачиваться о защите, и даже не просто о защите, я не буду заморачиваться о параметрах еды, так как вот эта вот бронь дает мне параметр еды, а также увеличивает все в 2 раза. Я думаю, вы будете не против, если я возьму вот этот вот комплект инструментов, и своих динозавров.
Вот, потому что от Зака они точно не нужны будут. И они ему как, не знаю, как пятое колесо двухколесному велосипеду. Вот, я не говорю уж про третье, а уж я говорю сразу про пятое, потому что они ему точно ни к чему будут. А я их буду холить и лелеять, потому что они, черт побери, мои. И вы не представляете, насколько было мне тяжело прощаться со своими динозавриками с прошлого сервера, потому что я к ним привык. Да, я такой сентиментальный, что поделать, такой уж и я есть. Вот, единственное, я сделал, конечно, я вот честно каюсь, я сделал себе фотонное ружье и фотонный Rifle Core, потому что я хотел посмотреть, что это за фигня, это реально фигня, она нифига не дамажит, но она оглушает. И выглядит она кайфово, она просто выглядит кайфово, вы посмотрите, вот это пушка, понимаете? Вот это пушка! Да, и вот этот вот чувак мой, неудачный воришка, на спине, это просто кайф. Черт, я такую составку сделаю! О, да, смотри в камеру. Кайфово. Так, давайте я поставлю корабль на воду, потому что что, я зря делаю, что ли? Ёптерьмоптерь, это рыбацкий баркас. Рыбацкий баркас. Ты, надеюсь, топливо там не тратишь, типа? Тебе не надо топливо? Так. Слот лимит, фишинг. Так, ты типа рыбачишь, да? Так, окей, это ничего не дает. Так, нажмем кей. Давайте сразу с лодочками разбираться. Не, она ничего не дает. Так, не могу, это просто текстура. Зайти внутрь не могу, это просто текстура. Пройтись не могу, это просто текстура. И он маленький, черт побери. И сюда забраться тяжело. Ладно, забраться я сейчас разберусь. Я закину сюда летунами, какими-нибудь хорошими летунами, и все пучком будет. Ну, это прикольно. Я решил просто сделать... Да, у меня была возможность сделать галеон, я решил все-таки сделать баркас. Баркас это прикольная штука. Решил сделать баркас. Очень хорошо, что он не тратит топливо, потому что я не вижу... А, вот! Фишинг мод! Типа, активировал рыбалку. О, погодите. Ага, это фишинг мод и транспорт. Так, вот этот транспорт, это фишинг мод. Окей. То есть я сейчас типа включил фишинг мод, да, и я такой бла-бла-бла, я рыбачу. Все в таком духе. А что я должен сделать? Так, убери-ка. Не, давайте разберемся сразу же. Сразу же немного конструктива в этой дебильной серии. Хотя бы немного конструктива в этой дебильной серии. Но я надеюсь, вам эта серия понравилась в том плане, как я рассказал, что да как, в своих планах и так далее. Потому что, честно, когда оно заложено, тяжеловато четко говорить о своих планах. Даже о своих планах. Текс. У меня там типа фишинг мод, все дела. А что мне надо делать? Стоять на месте? Или сюда нужно положить... Сюда, наверное, нужно положить этот... типа наживку. Наживка там у меня есть, там древесный сок есть. Ну, попользуемся немного ресурсами от Зака. У него, как он мне написал, там типа этих ресурсов, даже там тонны, короче. Так что это все фигня. Вот чего у него полно, того полно, так это всяких ресурсов теперь. Вот. Ну, блин, он всегда живет. Знаете, если бы я бы не построил этот дом с крыши, он опять жил бы, блин, в халупе без крыши. Я даю 100%. Он может. Кстати, Лилит вышел, я не знаю, здесь у это. О, Лилит, господи, все, я что-то попутал. Лики. Лики вышел, ну вот, remove from. Ну, не знаю, то есть. Написано remove, то есть. Он вышел, как будто бы он вышел. Поэтому не знаю, что это, когда, где. Вот, ну, как бы... Оп! Ну-ка посмотрим, будет тикать сразу. Иди ты в жопу, буду на тебя время тратить. Такс, погнали. Кстати, видите FPS-ку, 30-ка? И никаких пролагов, черт побери, блин. Когда я записывал последнюю серию на прошлом сервере, это просто обздень был, я чуть не сдох.
Она просто лагала все сильнее, 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 сильнее. И я знаю, из-за чего там лагало, здесь не лагает, но не будем об этом. Как говорится, я уже свои мысли по серверу высказал. Дополнительные мысли я по серверу еще раз высказал уже в комментариях, потому что когда у меня спрашивали, я не знаю, как рыбачить. Так, ну-ка давайте-ка. Так, жмем ОК. Допустим, X, Z, C, пропел. Не, вообще ничего не меняется. Я не знаю, как рыбачить. Либо я дебил, либо лодка не едет. Ой, ну это так, можно сказать, выражение для рыбака, для меня. Вот. Потому что в оригинале Сани. Ну да ладно, в общем, не знаю, что за фигня. Тем более уже вечереет. Стримчанский... Серию уже нужно заканчивать. И вроде конструктива ввел. Рассказал, что да как, да где. Посмотрим, будет ли у меня база пристань. Или же я все-таки... О, да ладно, вот он! Добыл! Да ну нафиг! Он добыл! Он даже... Фишер, просто... Вот это кайф! Добыл! Я просто плавал! Круто! А вот это уже мои ресурсы, понял? Все, мои ресурсы, понятно? Так что не надо мне в грязи. Это мои ресурсы. Я их добыл. Честно добыл. Все, включаем на транспорт. Фух. Ну все, народ, на этом все. Надеюсь, вам эта серия понравилась. Надеюсь, вы узнали что-то новое. По крайней мере, как рыбачить на баркасе, вы уже поняли. И это хорошо. Хоть что-то я полезно рассказал. Вот, ну и рассказал о своих планах. И я, ну, короче, буду перезаписывать новогоднее поздравление. Хотя бы текст. Видеоряд оставлю тот же. Текст перезапишу. А ссылочку на новое поздравление я обязательно оставлю. Чтобы вы увидели, потому что я даю 100%, ну, максимум один человек из тех, кто 47 просмотров, так сказать, на том видео, из тех 47 людей, кто посмотрели, максимум один остался в подписчиках, и то не факт. Вот, поэтому, как бы, большая часть зрителей точно этого не видела, поэтому я хочу, чтобы вы увидели, так как то поздравление подходит... Просто на все времена, года и так далее. Ну, если я только в конце не сказал 17-й год и так далее, и все было хорошо. Ну все, на этом все, народ. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Буду играть на этом сервере. Не знаю сколько, но явно немало. Потому что этот мод просто узнавать и узнавать. Начнем, пожалуй, с этого. А еще строительство у меня займет сразу вот тучу времени. Все, на этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. Пока.